Пушкинки стартует неделя детской и юношеской книги. Каждый будний день во время каникул библиотекари будут готовить для школьников интерактивные программы, рассказывать о классических произведениях и новинках мира детской литературы. Подробности далее. Играть, творить, мастерить, фантазировать, путешествовать по городам и странам. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина точно знают, что заинтересует юных читателей. Общероссийскую неделю детской и юношеской книги традиционно отмечают во время весенних школьных каникул, чтобы привлечь внимание как можно большего числа ребят к чтению. В этом году Пушкинка готовится к мероприятию с большим трепетом, так как это одна из первых живых встреч с ребятами после длительных ограничений. Это, наконец-то, мероприятия, которые пройдут в реальном формате, когда мы будем иметь возможность вживую общаться с нашими читателями. Как показывает на опыт наших предыдущих каникулярных мероприятий, дети очень часто по ходу даже этих мероприятий сами подсказывают нам какие-то идеи, которые позволяют наши мероприятия делать еще более интересными и для сотрудников библиотеки, и для читателей. Каждый день с 24 по 31 марта, кроме воскресных дней, библиотекари Пушкинки ждут гостей на различные мероприятия в 14 часов. Литературные заваленки, библиотуры, познавательные марафоны, игры в сказки, экологические акции и семейные программы. Кроме развлечения, дети смогут узнать здесь и много нового. Конечно, одна из целей библиотекарей, чтобы ребенок после этих мероприятий захотел взять в руки книгу. Мы будем с ними обсуждать самые разные серьезные темы, потому что знаем, что дети на самом деле очень ценят, когда взрослые относятся к ним как к собеседникам, как к людям, с которыми можно обсуждать серьезные проблемы. Но, конечно, это все будет делаться в игровой занимательной форме для того, чтобы детям действительно было интересно. В мероприятиях могут принять участие как дети школьного возраста, так и дошкольники вместе с родителями. Также сотрудники библиотеки рассматривают коллективные заявки. Весенние каникулы в Пушкинке пройдут во всех ее структурных подразделениях. Подробную информацию можно узнать на сайте pushkinkosarov.rf или в группе библиотеки ВКонтакте, а также по телефону 917 35.